Приветствую вас, потомки! Как вы уже поняли, этот обзор посвящен сказкам «Побережье мечей», дополнению к первым вратам. В процессе создания обзора по оригинальным вратам я понял, что сказки «Побережье мечей» лучше бы обозревать отдельно, потому как оно огромное, прямо-таки гигантское. Прохождение займет от 20 до 40 часов. Просто вдумайтесь, биовары уже создали шедевр на века, игру, которой суждено было стать культовой. Но они решили не отсиживаться, считая доллары, и сразу же после выпуска «Врат» приступили к активной работе над сиквелом, а параллельно с этим еще и пилили дополнение, которое увидело свет спустя всего-то 4 месяца после выпуска первого «Baldur's Gate» — «Психи». Чувствовалось ли в их продукте халтура? Сделали они его ради того, чтобы сделать, под плеткой издателя? Или они в этот раз довели проект до блеска и превзошли самих себя в недавно обретенном мастерстве? Думаю, правильный ответ более чем очевиден каждому, кто проходил его. Начнем с того, что изначально игрок мог набрать лишь 89 тысяч опыта в основной игре. Это ограничение связано с тем, что разрабы с самого начала планировали трилогию с возможностью переноса персонажа из части в часть. В дополнение же предел набираемого опыта чуть поправили, теперь игрок может набрать 161 тысячу. Вот. Эти 72 тысячи обеспечат нам еще один, а если класс позволит целых 2 уровня. А и с новыми уровнями завезли новые спеллы. Всего их 17. 11 для магов и 6 для набожных ребят. Собственно, начать играть можно, когда вашей алловой душонке будет угодно. На карте изначально доступны Борода Ульгота и Башня Дурлога. А для тех, кому по каким-то безумным причинам хочется поиграть только в дополнение, создали отряд. Вы сразу же начнете игру в Бороде Ульгота с уже прокачанной партией. Всего тут 4 обширных локации. Борода Ульгота, поселение, в котором мы соберем полные карманы квестов и нас пару раз кинут на бабки. В лабиринте, в который телепортирует нас Шандалар, придется столкнуться с магами, которых затащила тут сама Мистра. Это урок смирения для тех, кто уже стоит на пороге могущества. Мы посетим башню Дурлога, в которой Абдель была обещана экскурсия, но обернулось все кровью и сталью. И группа будет вынуждена выживать в темных коридорах, возведенных строителями Дурлога, а также раскрыть не менее темные секреты бывшего владыки башни. И, наконец, на острове Оборотни Абдель будет вовлечен в противостояние между поселением людей и кровожадной стаей ликантропов. Сегодня я буду говорить по большей части о сюжете. Его будет много. И еще, будьте осторожны, не наступите на блевотные элементы гайда. Что ж, настало время сказок. Не успел Абдель и пары шагов сделать в Бороде Ульгота, как его останавливает какой-то дерзкий маг и обвиняет в убийстве его дочерей. Что-то мне это напоминает. Удивительно, но маг не набрасывается на полубога, вместо этого он требует вернуть его плащ. Пихает в руки Абделю охранный камень и поясняет, что как только герой добудет нужный магу артефакт, камень перенесет Абделя обратно к нему. Но сыну Баала вообще-то некогда. Сейчас бы за бесплатно работать на каких-то хлыщей. You're goddamn right. Шандалару на все это плевать. Он бесцеремонно телепортирует Абделя и его сопровождающих на какой-то ледник, окруженный океаном. А какого хрена? Этот маг идиот, если считает, что после подобного ему сохранят жизнь. Но делать нечего. В центре ледника пещера, ведущая куда-то вниз. Как оказалось, в лабиринт, населенный не самыми приятными типами. Главного героя встречают маги, и судя по их репликам, они не в себе. Один из троицы представляется Абделю Андресом и поясняет, что остров этот является тюрьмой для владеющих тайным искусством – магией. В процессе телепортации что-то идет не по плану, и маг оказывается заточенным тут, без возможности освободиться. Абдель хочет продолжить свой путь, избежав бессмысленного столкновения с обитателями этой тюрьмы, но Андрес очень вежливо просит его отдать ему все свои вещи. Похоже, этот парень хочет отведать пивка. Ваша одежда. Отдайте ее мне, немедленно. Да пошел ты, идиот. После жестокой расправы над магами, Абдель находит на трупе Андреса дневник, в котором строптивый маг обещает преследовать того, кто убил его и сейчас читает его дневник. Бла-бла-бла, пустые угрозы мертвеца. Герой также узнает, что из этого места удалось кое-кому бежать. Нет сомнений, что это та скользкая тварь Шандалар. Ошибочно надеясь на то, что здесь больше нет людей, а только волчары да медведи, Абдель пробирается по узким коридорам.
Кстати, меня эти коридоры уже достали. Группа передвигается по ним, как кучка дефектных. Постоянно меняя маршруты, застревая. Душное место, короче. По пути к плащу его нынешнему обладателю придется столкнуться с другими магами, которые, несмотря на свое помешательство, понимают, что у Абделя припасен способ выбраться из тюрьмы. Их вроде как жаль, но учитывая их поведение, можно понять, что заключены они здесь за дело. Да и Абделю самому как-то придется выбираться, что невозможно без камня. Так что вновь приходится принять бой и двигаться дальше, навстречу Дескелу, который владеет нужным артефактом. Дескел рассказывает, что он и другие маги понятия не имеют, что это за место и с какой целью оно было создано. Но в своем дневнике он пишет о Мистре, владелице магического плетения, предполагая, что это ее жестокий урок смирения. Похоже на правду. Сам же маг долгие годы изучал свою тюрьму, не позволяя отчаянию поглотить свой разум. Однако, на мой скромный взгляд, он все-таки поехал крышей. Обосновавшись в центре лабиринта, Дескел решил, что раз вся магическая энергия притягивается сюда, а он находится в центре, со временем он научится контролировать ее и получит свободу. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Очень далеко идущие и натянутые планы, но у сына Бала есть цель, так что этого парня, как и его надежды, придется здесь же и похоронить. На плечах у безумца искомый плащ Шандалара. Абдель с помощью магии опознает предмет, уже обдумывая то, как обведет Шандалара вокруг пальца и присвоит себе артефакт. Но не тут-то было. Нет, в плащ действительно вплетены какие-то заклинания, но принципы действия этих заклинаний загадка, которую Абделю не решить. Раздосадованный главный герой поднимается по лестнице и оказывается на поверхности ледника. Чувствует, как охранный камень активируется, за мгновение перенося Абделя обратно в бороду Ульгота, к Шандалару. Маг сразу же присваивает себе плащ, а готовый к атаке Абдель разочарованно наблюдает, как тот творит заклинания, создает портал и исчезает в нем. На этом история с магами и жестокостью богов завершается, но в самой бороде Ульгота еще много всякого вкусненького. У таверны стоит скромный Айк, который нарекает самого себя выдающимся искателем приключений. Он проводит экскурсии в башне Дурлога, дворфийского короля. Непонятно за что, но он заявляет, что даст Абделю скидочку, и экскурсия обойдется всего в 60 золотых. Очевидно, скидки никакой нет, и это обычная цена, назначенная этим спекулянтом. Как бы там ни было, Абдель соглашается, и в таком случае Айк говорит, что будет ждать его уже в башне и покидает город. Фенрус, человек, который уже побывал в башне, с Айком более многословен. По его словам, башню эту построил сам Дурлог, убийца троллей, которого дварфы считают героем, если не легендой. Он коллега Абделя, а потому за свою долгую дворфийскую жизнь накопил несметное количество сокровищ. В самой же башне, по слухам, все еще сокрыта большая часть этих сокровищ. Оставив приключения позади, он призвал наемных дворфов и построил эту башню для себя и своего клана. Вырыл в скалистой вершине холма проходы и комнаты, а одинокая башня должна была стать местом, где он мирно встретит старость, окруженный родичами. К сожалению, доппельгангеры и пожиратели разума не стали отсиживаться в стороне. Зная, что башня под завязку набита золотом и артефактами, они решили присвоить себе все, что нажил Дурлок. Но это была не атака в лоб, нет. Доппельгангеры убивали его родичей тихо, одного за другим, и принимали облик убитых дворфов. В итоге, когда Дурлок обнаружил подмену, было слишком поздно. Доппельгангеры с лицами дворфов его клана набросились на него. В течение 10 дней он прорубал себе путь через свою же крепость, а доппельгангеры преследовали старика. По словам Фенруса, Дурлогу каким-то образом удалось одержать победу. Он обратил в бегство даже элитидов, после чего начал наполнять коридоры своей башни различными ловушками для всех чужаков, которые вновь вторгнутся в его владение. Любой неверный шаг станет последним. Помимо этого, Дурлок позаботился о тайных проходах, наложил защитные заклинания, ввел автоматически срабатывающее оружие. Впечатляет, но он довел себя до паранойи, а потом и до безумия. Начал питаться какими-то грибами и, по слухам, пожирал плоть непрошенных гостей. Возможно, кости некогда гордого и благородного короля дворфа все еще томятся в глуби башни. Закончив свой рассказ, Фенрус рекомендует герою все-таки посетить башню и желает приятной экскурсии. Абдель так и поступит в свое время.
Ну а сейчас его пытается развести ушлый и грубый Дель Сверхтанион. Ему надоели идиоты, приходящие в его лавку. Они смотрят, лапают, но никогда ничего не покупают. Дел предлагает все свои товары за 500 золотых. И да, это развод. Весь тот хлам, который он нам впарил, далек от заявленной стоимости. Разве что руны цены, но одна из них поддельная, кто бы сомневался. Да господи боже, пойдет он в башню, хорош уже. Теперь какой-то хурган полез к Абделю с лестью, мол, о нем говорит все побережье. Но он-то знает, что за этих последует просьба. И она следует. Этот дворф предлагает ему приключения, и, о боже мой, в башне Дурлога. Хурган говорит, что его дед был другом самого Дурлога, даже путешествовал вместе с ним. Деда его в любом случае посадил на кукан какой-то демон, но Дурлог выжил и сохранил кинжал друга, похититель душ. Дурлог не успел вернуть кинжал семье Хургана, так как в то время его башню атаковали, о чем нам рассказал Фенрус. А Хурган оказался слишком слаб для того, чтобы пробраться в башню, обойти ловушки и вернуть то, что принадлежит ему по праву. И эта слабость вынуждает его просить помощи у Абделя. Сын Баала вернет ему кинжал, если найдет, конечно. В этой же таверне героя снова кидают на деньги, на этот раз Галкин, и уже на 900 золотых. Как настроение? Галкин возбужденно рассказывает о том, что башню разграбили уже все, кому не лень, но только башню. А под ней ведь еще осталось нетронутое подземелье, которое лопается от сокровищ Дурлога. Абдель заинтригован, а Галкин обменивает руну, которая должна открыть проход в подземелье на золото. В общем, после того, как его снова стопанули, на этот раз мать, тупоголовый сын, который возомнил себя героем из саги, отправился в башню с друзьями, Абдель решил, что его не оставят в покое, пока он сам туда не отправится. Экскурсовод Айк встречает Абделя и сопровождает внутрь. Можно, конечно, отстать и исследовать все более основательно, но тут обитают боевые ужасы. А с этими ребятами шутки плохие, тем не менее убить их можно. Думаю, опыт того стоит. Айк проводит экскурсии только на первом уровне самой башни, он самый безопасный. Или нет, ведь герой без понятия, что это за рыцарь, закованный в черный доспех, но судя по его огненному шару, магией он владеет неплохо. Абдель решает остаться и исследовать все более досконально. Логичнее начать с самой башни, а потом уже ломиться в подземелье Дурлога. Сын Баала узнает, что не он один такой ушлый. Плут Регила встречается на одном из этажей. Он набивает свои карманы с самоцветами и золотом. Можно с ним подружиться и делиться золотом, но это бред. Перебьется. К тому же характер у него скверный, мамочка должна была научить парня доверию, а не герой врат Балдура. На этом же уровне обитает призрак, он воспринимает Абделя как Дурлога, при этом удивляясь, мол, старина Дурлог стал чуть выше. Когда дубльгангеры набросились на этого мага, Дурлог защищал человека, убивая захватчиков, и теперь маг стал призраком, а долг не позволяет ему упокоиться. Сын Баала, все еще притворяясь Дурлогом, говорит, что его долг давно уплачен, что он может быть свободен. Вместо благодарности призрак приходит в ярость и атакует отряд, поняв, что перед ним не Дурлог, и что друг не прогнал бы его. Он намерен защищать это место, и противник он действительно достойный. Сразу же телепортируется в комнату, из которой пришел Абдель, намереваясь атаковать тех, кто сзади, а именно мага и вора. Да, визжали они как сучки, но в конце концов Абдель насильно упокоил его. Вся башня, ее подземелья набиты упырями, их когти парализуют. Даже небольшая царапина этой нежити может парализовать человека, поэтому лучше бы подготовиться к схватке как следует. Но Киренхал... Далее просто Кири или шлюха. Ей плевать на то, что в 10 шагах от нее куча упырей. Что еще более забавно, она считает Абделя классическим спермобаком, лишенным всякого мыслительного процесса.
Да, действительно. Почему бы ему не принять предложение и не остаться с хрен знает откуда взявшейся бабой в окружении нежити? Ладно, это суккуб. Дурлок подрезал ей крылышки и заточил на верхушке башни. Она тут уже 300 лет сидит, а Дурлок-то не так просто. В любом случае, если старина жив, ему придется поискать кого-нибудь другого для БДСМ у тех. Потому как эта девка психанула после отказа, и Абделю пришлось ее прирезать. Вроде с самой башней закончили. Пора оценить данж. Перед тайной дверью, ведущей в подземелье, главный герой встречает раненого Боярда. Это один из дружков того потеряшки, который не слушается мамочку и напрасно. Я же, мать, была права. Данж оказался крепким. Боярд правильно оценил свои навыки и ретировался, а остальные решили продолжить исследование. Боярд, применяя все свое актерское мастерство, пытается напугать Абделя, говоря о монстрах и ловушках. И, мол, нужно проявлять уважение к этому месту. Наш герой не согласен, этому месту придется проявить уважение к нему. Его навыков более чем достаточно для покорения башни Дурлога, так что сын Баала спускается вниз и, как всегда, готовится к самому худшему, умерщвляет все враждебно настроенное на своем пути. В центре уровня, по краям от спуска на следующий уровень, расположились странные дворфы со слабостью к дешевым стихам на манер эморей. Стихи эти, тем не менее, размыто поясняют нам за нужды дворфов. Они, по сути, олицетворяют качество какого-то воина. Алчность нужно подмаслить драгоценным голубым камнем, который находится на этом уровне в огромной куче золота. Рядом будет ключ, который позже пригодится. Абдель не стесняется и набивает карманы всем подряд. Второй дворф, страх, нуждается в пробуждении, и чтобы его пробудить, нужно будет удариться в кузнечное ремесло. В бочке рядом с дворфами находится рукоять молота, ее нужно забрать и проникнуть в подобие библиотеки, где герой ловит губ стоп по троих топ-легангеров. Они нападают не сразу, сначала кастуют на себя зеркальный образ, а потом и ускорение. Это занимает много времени, а потому нужно пользоваться моментом и действовать быстро и решительно. Нужная вещь находится в одном из шкафов на вершине колотушки. Абдель вступает в кузню и восстанавливает молот для гонга из двух его частей. Дело за малым, ударить молотом по самому гонгу и вроде как страх останется доволен. Гордость хочет почтения, а чтобы ее удовлетворить, нужно прочесть 4 книги в мини-библиотеке, разложенные Дурлогом. Рассказы о приключениях Дурлога-убийцы троллей. И как только Абдель дочитает последнюю, в противоположной комнате загудит огромный магический меч, благодаря его за то, что память о произошедшем будет жить. Ну и последний двор. Любовь. Ля. Любовь хочет забухать, и кто Абдель такой, чтобы осуждать? Но сбегать в таверну и купить дешевое арабельское не выгорит. Ему подавай, как он выразился, багровый напиток смеха и страсти, то бишь дагестанское красное. В спальне необходимо обезвредить ловушку на сундуке и извлечь виноград. Все верно, Абдель еще и виноделие практикует, не человек, а бог. А, ну да. С помощью найденного ранее ключа он открывает шкафчик в спальне, берет странного вида рычаг. Герой двигается к странному механизму, к нему нужно присобачить найденный рычаг, а затем включить его. Дело за малым, поместить виноград в давильные прессы и набрать его сок в бутылку, и это типа вино. Так ли это работает? Нет, но кому какое дело. Осталось вернуться к любви и порадовать алкоту бутылочкой, и тут я расстроился, пацаны. Дворфы сразу же нападают на Абделя. На мой взгляд, было бы вычурнее, если бы за решение этих загадок его наградили беспрепятственным проходом на следующий левел. А у тех, кому впадлу заниматься беготнёй, была возможность просто убить дворфов и забрать руну. Схватку с ними не избежать, поэтому Абдель умирает. Загружаемся, жрецы бафают партию, все принимают микстуры, также стоит пустить нежить и монстров в первых рядах, и под ускорением партия выносит мусор. На втором уровне данжа все завязано на запертых дверях. Кстати, советую смотреть под ноги. Дурлок разбросал по всему уровню свои книги. Книги, в которых по одной строчке. Как для фанатов Моргенштерна писалось. В единственной доступной комнате на уровне Абдель обращает свое внимание на две статуи. Доппельгангера и Дворфа.
С их помощью можно открыть двери. В обоих боковых комнатах героев будут пасти доплегангеры под видом дворфов клана Дурлага. Бросят парочку реплик, но в любом случае нападут. Поэтому есть смысл действовать по уже обыгранному ранее сценарию. Чтобы открыть третью дверь, нужно в верхней боковой комнате стукнуть манекен, крайний справа. Заходим в подобие тронного зала, присваиваем шлем Кила, старшего сына Дурлага, и тут партия оказывается в ловушке. В комнату залетает очередной доппельгангер. Дверь за ним закрывается, открываются боковые двери в зале, из которых выступает еще парочка этих уродов. Ребята на автомате кастуют вонючее облако и облако смерти, и тут вам пора бы осознать, в какой вы жопе и загружаться. Лучше будет оставить партию в круглой комнате, отправить кого-нибудь одного за шлемом. Когда дверь захлопнется, снова ударить по манекену и открыть ее. Вывести обосравшегося товарища обратно в круглую комнату, и тут все просто. Ждите, а затем атакуйте. Компания проходит в левую дверь, в пыточную. У ног Абделя будет лежать неопознанный кубок. Не советую пить это. Здоровье, конечно, восстановите, но на персонажа будет наложен страх. Не выбрасываем из головы и предостережение о ловушках Дурлага. Он действительно не поскупился. Сын Бала присваивает руну. Руна эта нужна для телепортации. В следующей комнате статуи и подвески. И все они, сука, облеплены ловушками. Но если и это не душно, как насчет последующего коридора с боковыми проходами, из которых бесконечно будут выпрыгивать упыри? Когда же вы, видя свет в конце туннеля, расплачетесь от облегчения, один из ублюдков в партии заденет растяжку, на всю группу обрушится огненный шар, и вот с этого момента я реально начал испытывать к Дурлагу ненависть, надеясь, что Абделю представится шанс убить его, если он еще жив, конечно. Перед ними предстает лестница, но лестница это очередной рофл этого шизофреника. При попытке спуститься группа окажется в том же самом месте, но уже в окружении мощной и враждебной нежити. Тут же есть и реальный проход на следующий уровень. А если пройтись в противоположный коридор, Абдель встретится с дворфами, стражами судьбы. Они безмолвно охраняют останки Кила и его личные вещи. Моргенштерн и Баклер. При желании можно присвоить вещи, но Моргенштерн такой себе проклятый, а разъяренные стражи сразу же набросятся на воров. Ссориться с ними очень больно. На уровне еще есть комната с рычагами, с помощью которых можно манипулировать дверьми и ловушками. И пачка доппельгангеров, весьма грозных, к слову. Ну а в принципе все, можно двигаться дальше. На следующем уровне, да, данж большой. Так вот, на следующем уровне группу гостеприимно приветствует фаербол. Он периодически взрывается в центре круглой комнаты, и это бесит. Нет, не сам факт того, что это угроза для жизни. Видите ли, взрывается он очень часто, и даже после того, как персонажи его проскочили. То есть, весь уровень придется мучиться от того, что игра отказывается сохраняться из-за активного эффекта от фаербола на карте. Сам уровень можно пройти тремя путями. Первый, и на мой взгляд самый легкий, это заручиться помощью пятерых искателей приключений, которых заковали в камень. Скелет, перед тем как развалиться в горстку костей, сообщает, что тут есть своя заковырка. Абдель получит союзников в бою против пропитанных магией виверн. Но спустя какое-то время эти союзники вернут себе разум и попытаются убить того, кто посмел отдавать им приказы. То есть Абделя. Что же, тогда им самое место в первых рядах. Толпа забивает виверн по одной, а оставшихся в живых временных союзников тоже есть смысл мертвить по одному, пока они не стали враждебно настроенными. На втором пути все несколько сложнее, но при должной подготовке проходимо. Тут несколько платформ, на которых понаставлены скелеты-лучники с зачарованными стрелами. При попытке затанковать их, партия заденет ловушку и ляжет под газами, пока невосприимчивая к эффекту нежить продолжит их обстреливать. Потому нужно кастануть фаербол, уничтожить тем самым стак врагов. Вор обезвреживает ловушку, партия занимает позицию и повторяет ритуал несколько раз, пока не пробьется к выходу. Черт, мне начинают нравиться эти страдания. Со мной явно что-то не так. Третий путь лежит сквозь уже знакомых упырей.
но под ускорением и новых противников, Ашикуру. Эти невидимые черти будут выдавать себя лишь топотом, заставляя вас нервно ерзать в ожидании пиздеца. Атакуют чаще всего в спину, а потому срезают ощутимую часть хпшки. Благо, после первой атаки они выходят из стелса, и их можно успеть забить толпой. В центре садов стоит нечто вроде фонтана, а в нем весьма интересный топор. Топор развеивает чары волшебников раз в день. Пригодится. Да и история топора неплохо прописана. Какой бы путь вы ни избрали, Абдель окажется в коридоре, откуда можно пройти в одну из четырех дверей. Пройти придется в каждую. По сути, это гроты, в которых поджидают боссы, каждый из которых символизирует один из четырех основных элементов. Ледяной грот пришелся по вкусу полярному медведю и зимним волкам. Можно поджарить их огнем и порядок. В воздушном гроте встречается миниатюрная, но очень злобная и сильная виверна. Плюс невидимые охотники. Советую не зевать и призвать скелетов в первые ряды. Кастовать обнаружение невидимости, и это позволит легко расправиться с противником. В гроте земли ползает мерзкая слизь. При попытке забить ее толпой вы ужаснетесь, так как вместо того, чтобы поддохнуть, слизь будет плодить подобие себя. Но она восприимчива к очищающему огню. Парочка фаерболов поставит жишку на место. В гроте огня фениксы. Женщину с луком лучше бы снять тихо. Но перед этим раздать членам отряда ледяные болты и стрелы. Вор под инвизом отправляется к лучнице, бэкстабает и быстро отступает к группе. Прикольчик в том, что если эта стерва выстрелит, вызовет кучу воинов. В любом случае, умирая, она взрывается, так что не остается ничего, кроме как превозмочь воли и отступить. Сразу же на вора стригерится воин Феникс, но он быстро ляжет под градом ледяных стрел. Как только Абдель покидает последний грот, его телепортируют на шахматную доску. Видимо, игра и правда началась. Предстоит же раздирающая схватка. Абдель раздает своим людям взрывающиеся стрелы, огненные жезлы и велит магам подготовить огненные шары. Группа метает шары в противоположную сторону доски. Как только первые враги высовывают нос из тумана войны, их обстреливают взрывающимися стрелами. Главная цель – убить короля. Можно схитрить и стригерить пешек, убить их, дабы не мешали, а потом осторожно стригерить и самого короля, или убить лишь его. Тогда все остальные противники пропадут, а победа будет за вами. Не советую, кстати, ломиться вперед, доска напичкана ловушками, кучей ловушек. Наградой за победу будет великолепный двуручный меч, зачарованный на плюс 3. После схватки группа зализывает раны, готовит снарягу и двигает дальше. Их ожидает четвертый и заключительный уровень данжа. Малодушным также доступна возможность навсегда покинуть башню. Ну а такие же безумцы, как и создатель башни, остаются, намереваясь покорить это место. Дух Дурлага или не дух, до конца непонятно. Короче, он требует, чтобы мы углубились, так сказать, в лор. И только потом Абделю откроется последний путь. Нужно найти статую, кровать, даже кровать, да? И трон Дурлага. При взаимодействии с этими объектами придется ответить на вопросы, проверяющие познания разыгравшейся в этой башне трагедии. Если вы были терпеливы и преисполнены светом и мудростью во время прохождения, были внимательны, сын Баала без труда справится с этим этапом, сочувствуя действительно великому дворфу. Сознанием этим он возвращается к духу, который рассказывает о зле. О демоне рыцаре. Дух хочет, чтобы Абдель убил его и окончательно очистил это место от присутствия зла. Абдель, конечно же, вызов принимает и следует за духом к потайной двери, за которой дрожит от страха Клэр. Эта женщина была членом отряда, который потерпел поражение от рук рыцаря-демона. Она в ужасе рассказывает о жестокости нового владыки башни. Ее соратники сражались храбро и налетели на него в надежде убить как какого-то скелета. Рыцарь же разразился хохотом и, использовав магическое зеркало, зеркало противоположности, создал копии своих врагов. Копии эти были враждебны по отношению к своим оригиналам. Тем не менее, Далтон, юноша которого Абделю и поручили вернуть домой, выстоял и убил свою копию. Возможно, мальчик все еще жив. Саму же Клэр спасло везение, она отдыхала и отстала от группы. Она предостерегает Абделя, что его невозможно победить. Рыцарь даже не поднял свой меч, слишком поглощенный великолепием зрелища.
как, возможно, глупые, но отнюдь не трусливые искатели приключений падали замертво, убитые самими собой. Такая самоуверенность, как верно подметил сын Баала, приведет его к гибели. Абдель поднимается по лестнице, полной решимости сыграть роль этой гибели. Из слов рыцаря становится ясно, что он намерен использовать башню Дурлага в своих целях. Очевидно, доброжелательности в этих целях маловато. Также он благодарит самого Абделя за то, что он так любезно подчистил башню, обезвредил ловушки. Само собой, без насилия не обойтись. Да и будь такая возможность, герой этим не воспользовался бы. Убить твари можно двумя способами. Первый и весьма сомнительный – сломать зеркало в центре. В таком случае будет создана копия демона-рыцаря, но и копия Абделя и сопровождающих его спутников. Придется сражаться и с ними, и с рыцарем. Благо, копия рыцаря нападет на оригинальную версию себя. Второй способ прост. Как и все хорошее, сын Баала создает по традиции маленькую армию из скелетов и монстров, направляет их вниз по лестнице к рыцарю, расставляет полукругом лучников. Рыцарь кастует такие неприятности, как безумие и фаербол, но он очень даже проходим. Впрочем, как и весь данж. При рыцаре нужный Хургану кинжал, похититель душ. Тут же Абдель находит и Далтона, велит ему выбираться из башни и возвращаться в бороду Льгота. И нет, это не конец. В смысле, данж пройден, верно, но сама история продолжается. Вернувшись в бороду Льгота, Абдель становится жертвой ограбления. Дерзкого ограбления. Какой-то маг сразу же присваивает себе кинжал Хургана и телепортируется в неизвестном направлении, оставляя нас наедине со своими дружками. Это культисты, фанатики, и цель их заключается в том, чтобы уничтожить кинжал и освободить демона. Того самого демона, о котором рассказывал Хурган. Абдель не желает оставаться в стороне и врывается в занятый культистами дом, подмечая, что вырезать фанатиков особенно приятно. Но он опоздал, о чем злорадно сообщает Трация. Кинжал уничтожен, а Аэклитек обрел свободу. Это огромный крылатый демон, который, судя по всему, слишком долго не причинял кому-то страдания и изголодался по этому делу. Перед тем, как убить его, первым делом важно вынести культистов, которые стоят неподвижно. Вся суть в том, что он подыхает, но сразу же возрождается за счет одного из этих культистов. Что ж, Абдель спас побережье мечей от возможной катастрофы, которую мог спровоцировать Аэклитек и его прислужники. Но впереди его ждет еще одно путешествие. И, быть может, именно Абделю суждено раскрыть тайну исчезновения легендарного Балдурана, искателя приключений и основателя врат Балдура. Мендес, которого остальные жители не взлюбили за его снобизм и грубые манеры, не так давно обустроился в бороде Ульгота. Абдель посещает его дом из любопытства. Мендес же сразу нарекает Абделя своим другом и сообщает о том, что знает его как легенду побережья мечей. Он из Уотердипа и является ученым. Оказалось, Лига Торговцев извратно шла остров на западе, а на самом острове разбитый корабль. На корабле там были отличительные знаки Балдурана. Ученый желает завладеть бортовым журналом Балдурана. Для этого, само собой, Абделю придется на неопределенный срок покинуть эти земли, отплыв на корабле к острову, на котором затоплен корабль. Плюс ко всему, им понадобятся морские карты. Найти и отобрать у законных владельцев их можно в счетной палате Лиги Торговцев, которая находится во вратах Балдура. Мендес обещает, что заплатит, но подобное знание само собой является наградой. Абдель лично заинтересован в журнале Балдурана. С картами все проходит гладко, стоит лишь вырезать всю охрану и капитана, забрать нужные карты и поспешить на борт готового к отплытию корабля Мендеса и его команды. На рассвете корабль поднимает паруса и устремляется по волнам. Море мечей не препятствует плаванию, и довольно скоро Абдель уже оказывается в открытом океане. Дни текут один за другим, но перед Абделем по-прежнему простирается весьма точно названное «Бесследное море», которому нет конца. Воды спокойны, хотя ветер устойчив и не меняет направления. Торговое судно, зафрахтованное работодателем Абделя, оказалось прекрасным кораблем,
но его команда не привыкла далеко уклоняться от основных торговых маршрутов. Самые суеверные из моряков поговаривают об огромном водопаде на краю Фаеруна, о таинственном племени эльфов, которые топят все попадающиеся им корабли, и даже о черепахах размером с остров, способных проглатывать корабли целиком. Такие фантазии давят на мозги и без того нервозных матросов, и настроение на борту корабля постепенно ухудшается. Напряжение нарастает, и слухи о бунте начинают подрывать решимость Абделя. К счастью или к несчастью, но вскоре от происходящего на корабле внимание моряков отвлекает весьма реальная опасность. Внезапно начинается шторм, такой яростный, что кажется, будто он возник не случайно. Порывы ветра бросают корабль из стороны в сторону, словно пробку, и команде едва удается удержать судно на плаву. Но их храбрость и все старания в итоге оказываются тщетными, и когда главная мачта падает, Абдель понимает, что корабль потерян. Его корпус разваливается на части, но вдали, в ночной тьме, он замечает какой-то отблеск. Ухватившись за один из обломков, Абдель покидает тонущий корабль и начинает плыть под тяжелым грузом своего оставшегося снаряжения. Полубог направляется к тому свечению, надеясь, что это не мираж и не обман зрения. Абдель приходит в себя на следующее утро с песком во рту. В его легких еще булькает вода, его силы на исходе, а ноющая боль по всему телу дает знать о том, что жизнь еще не покинула его. От корабля остались одни обломки, и никого из команды не видно. Однако на песке, кажется, заметны чьи-то следы. Абдель оказался на нужном ему острове, как удачно, да? Что удивительно, остров этот обитаем, и первый его житель, маленькая девочка по имени Салианна, встречает Абделя, как только он приходит в себя. Девочка подмечает, что сын Баала забавно пахнет, она также сообщает о том, что у них тут деревня. И действительно, деревня. Не заметить упорство и трудолюбие этих людей невозможно. Используя лишь то, что доступно на острове, они отстроили неплохие, радующие глаза дома. Сами себе шьют одежду, кормятся морем. Приятное и чистое во всех отношениях место. Правда, люди эти неразговорчивые и странные. Все они будут ссылаться на то, что для начала Абделю необходимо поговорить с Кейшас, которая, по сути, является их лидером. Когда герой посещает ее дом, Кейшас встревоженно спрашивает полубога, собирается ли он причинить им вред. Абдель усмиряет ее страх, уверяет в своей доброжелательности и рассказывает о недавних событиях, о кораблекрушении. Глава деревни же производит впечатление умудренной жизнью женщины. Сочувствуя Абделю, она сообщает, что предки их не всегда жили на этом острове. Матери их бабушек плыли на корабле, который ударился о здешние скалы и затонул. Но экипажу, видимо, удалось выжить, значительной его части и, судя по количеству жителей деревни. Полубог рассказывает ей о цели своего путешествия, озвучивая имя своего нанимателя, на что Кейшас реагирует странно. Мендес? Мне не знакомо это имя. Я надеялась. Один из наших соплеменников некоторое время назад покинул дом. И я подумала, что это он послал тебе. Его звали Силаат, он был нашим вождем. Балдурана я тоже не знаю, среди основателей его не было. И он никогда не принадлежал к нашему роду. Я не видела обломки корабля уже много лет, но я знаю, где они находятся. Абдель спрашивает ее, можно ли починить корабль, но прошло уже несколько веков, а от их корабля остался лишь остов, о чем сообщает ему Кейшас. Да и она долгое время и вовсе его не видела. На закономерный вопрос Абделя, почему они не приближаются к кораблю, женщина отвечает, что там небезопасно, что остров проклят и полон тварей. Жители деревни построили стену и отгородились от остального острова. Тем не менее, оборотни продолжают атаковать их, вынуждая браться за оружие, и обе стороны несут тяжелые потери. Приятной же новостью является то, что Кейшас и ее люди начали строить корабль. Но дело встало, построить судно на этом краю острова сложновато из-за рифов и скал. На другой же стороне все прошло бы хорошо, если бы не оборотни. По очевидным причинам, с ними придется разобраться и очистить этот проклятый остров.
Заниматься этим придется Абделю, само собой. У них есть вожак, Карук, которого следует убить, а после сын Бала вместе с Кейшас и ее людьми покинет остров, используя морские карты, которые все еще при нем. Что? Ну вот что может пойти не так? А раз уж мы поговорили с Кейшас, здешние люди стали более разговорчивы. Мелари, заплаканная женщина, умоляет Абделя вернуть ей малыша, которого присвоили оборотни, убив перед этим ее мужа. Муж ее, я считаю, идеальный отец, решил взять на охоту младенца. Младенца, блять! Брат Эвальта говорит о ведьме, голубой леди, и что его брат Эван питает к ней нездоровый интерес. Очевидно, сексуальный интерес. Они часто слышат ее пение, но Эван чаще остальных. Паренек сорвался и пошел ее искать. Но Эвальд боится, что она околдовала его и убьет, прежде чем он успеет понять, что происходит. Потом выяснится, что голубая леди – нимфа, а Эван хотел силой овладеть ею, как какое-то животное. Нимфа убила его, и если вы сейчас сопереживаете, бедненькой нимфе, перестаньте. Она дразнила его, как и других мужчин. В этом деле виноваты обе стороны. В любом случае, пусть тварь живет, марать об нее руки нет смысла, только тело Эвана стоит забрать и вернуться с ним к его брату. Талоун, морской волк, в прошлом был гражданином Амна. Талоун охотно делится информацией с героем, впрочем, все, о чем он говорит, Абдель знал и раньше. Настораживает лишь то, что, прощаясь с нами, Талоун шепчет, что на этом острове ничто не является тем, чем кажется. Ни его жители, ни оборотни, и что важнее всего, не он сам. Дружелюбная и общительная Далайни, которая является хранителем истории и реликвии, упоминает Шторм, в который попал Абдель со своей командой. Шторм этот был особенно силен и сорвал плащ, который украшал центр деревни. Далайни думает, что он за стеной, и раз уж Абдель отправляется на охоту за оборотнями, просит вернуть плащ. Она слишком мила, чтобы ей отказывать. И да, это оборотни, но не безмозглые дикие твари. На пути к кораблю Абделя трижды умоляли о помощи подозрительные особы, но люди эти далеко не беспомощны. Они вообще не люди. Стаи оборотней рыскают в лесах, принимают человеческие облики и, втираясь в доверие, приводят Абделя в пасть своим сородичам. Они могучие создания, которые могли бы разорвать простых путешественников на куски. Но Абдель-то не прост. Перед полубогом, покорителем башни Дурлага, они не грозные оборотни, скорее навязчивые шавки. Пробиваясь через лес, Абдель надеется на то, что их так называемый вожак, Карук, будет более достойным противником. Рядом с кораблем расположен сбитый временем домик. Внутри приключенцев радушно встречает волшебник Драдил. Драдил был проводником самого Балдурана во время путешествия в Анхаром. Маг прожил на острове слишком много лет и совсем недоволен этим. Оборотни нападали на его хибару постоянно, но это и понятно, она в сердце их владений гений. Со временем Драдил создал себе репутацию непобедимого, и многие оборотни оставили его в покое. Но поколение сменяет поколение, и нападения возобновляются. Сам Драдил сражаться с оборотнями не рвется, но считает ликантропов мерзостью, которая не место в этом мире, а потому надеется вылечить этих людей. Старик записывает свои теории в дневник. Маг не совсем маг, он потерял свою книгу заклинаний, но, окруженный врагами, он обратился за помощью к Силуне, и она ответила на его молитвы и даровала заклинания. Тем не менее, Драдил надеется вернуть себе книгу. В ней его спасение. Книгу наш герой вернет, но на протяжении всего диалога с ним Абделя мучил один единственный вопрос. Почему старик не поселился в деревне? На самом корабле 4 палубы. Неплохо для корабля. Сын Бала прорывается по ним, сминая на пути волчар, и вскоре оказывается лицом к лицу с вожаком Каругом. Каруг требует имя того, кто посмел вторгнуться в его владение. В свою очередь Абдель отвечает, что имена не имеют значения для мертвых. Карук не подвел, любое оружие наносит ему слабый урон, если вообще наносит.
Первым делом хорошо бы вычеркнуть из уравнения его мага, затем волчар на подхвате, а потом забить тапком и самого вожака. Важно не забыть забрать лежащего на полу младенца Милари, а потом можно пройти в капитанскую каюту. За свое упорство Абдель был награжден мечом самого Балдурана, который особенно хорош в шинковке оборотней. Также там лежит столовый нож Балдурана, и его нельзя никак применить, и я так и не понял зачем он. Скорее всего, рофл биоваров. Но самое интересное то, зачем и пришел сюда Абдель. Это бортовой журнал Балдурана. Время сурово обошлось со страницами этих записей, однако отдельные фрагменты текста еще можно разобрать. Это бортовой журнал славного корабля «Блуждающий взор» под командованием достопочт Балдурана. Вернемся после того, как достигнем дальних берегов. Команда теряет терпение, однако обещанное богатство, превышающее все, что было добыто в прошлом, держит их в узде. Погода ясная, и я не сомневаюсь, что скоро мы доберемся до Анхарома. Успокоил команду, но боюсь, что ненадолго. Мне не в чем винить их, ведь эта встреча была совсем не из приятных. Проклятым эльфам стоило бы помнить о том, что море не принадлежит никому, кроме богов, которые его охраняют. В любом случае, теперь мне лучше избегать северного пути, хотя бы для того, чтобы не встретить еще одну рьярную бригаду таможенников. Этот дивный народ – настоящие параноики. Прибыли в Анхарум, и оказалось, что многие вспоминали обо мне здесь. И не с любовью. Но его светлость решил, что я достоин права пройти по его землям. Уверен, на его решение повлияли 200 крепких моряков из команды «Блуждающего взора». И все же нас приняли по-доброму, и поэтому я не потребую с них дани. Это было приключение. Такие богатства на родине увидишь только в самых древних руинах. А здесь они валяются под ногами, и цена их – короткие дипломатические переговоры. Напали, и мы едва добрались до корабля. Дродил предупреждал меня об этом, но кто стал бы его слушать? Клянусь, его и в лучшие времена крайне сложно было понять. Команда, но оставшиеся в живых теперь получат больше добычи, а значит, бунтовать не будут. Сегодня же я наберу рекрутов из местных жителей, а на рассвете мы поднимем паруса. Задерживаемся, но от 150 новичков этого и следовало ожидать. Впрочем, они ведут себя спокойно и организованно, совсем не так, как я думал. Нужно было найти. Мы выбросили его за борт, но его слова же взволновали команду. Не знаю, что было хуже. Постоянные шаманы или реакция экипажа, когда его бросили в море. Их глаза и отрешенность. Я не люблю моряков, у которых нет огонька внутри. Однако уж лучше это, чем огонь в трюме. Погода скверная и настроение команды все хуже. Кроме того, в запасах еды завелись жуки, а значит, мы будем голодать, пока не достигнем родного побережья. Пристали к берегу, чтобы запастись провиантом. Это маленький остров, но на нем мы найдем все, что нам нужно. Возможно, я должен сам, пока моя команда, им будет полезно побыть на берегу. Моряки основной команды сильно побледнели, но это не та бледность, что у новобранцев. Похоже, они все больны. Судя по всему, наш герой не герой вовсе. Балдурана при жизни заботила лишь выгода. Интереснее то, что произошло на острове. Как пишет Балдуран, он рекрутировал 150 человек в Анхароме. Все они были местными. Шаман, которого выбросили за борт, очевидно был в числе новичков. И перед смертью выкрикивал проклятие, эффект которого Балдуран наблюдал на лицах своей команды в ту же секунду. Все они заразились неизвестной болезнью. Балдуран замечает, что его старая верная команда страдает куда сильнее новичков. Надеюсь, вы уже понимаете, что к чему. Как вы думаете, почему деревня все еще в принципе существует? Оборотни, которые по идее заражают все и вся, уже давно должны были смять людей и обратить их. А ведь у людей этих даже нет приличного оружия. Может, они выращивают белладонну, растение, способное нейтрализовать или оттянуть перерождение? Нет, ничего подобного.
Почему это старый дродил предпочел жизнь под боком у свирепого Каруга, в то время как мог жить за надежными стенами деревни, с нормальными людьми? Абдель уже все осознал, принял и готовится к худшему, но перед этим отдает книгу дродилу, который на радостях телепортируется в неизвестном направлении. Абделя встречают как героя, благодарят за помощь и избавление от Каруга, но он держит оружие наготове и не обращает внимания на ложное дружелюбие этих тварей. Кейшас идет ва-банк. Они не захотели стать такими же, как мы. Они сражались с предками наших матерей, не утруждая себя раздумьями. Их возглавлял Балдуран, и из-за него обе стороны потеряли многих. Не знаю, какая участь его постигла. Знаю только, что он убил стольких, что наши предки решили оставить его на его же тонущем корабле. Он не захотел стать из нашего рода, и теперь мы уже не задаем вопросов. С нами ты познаешь мир, и мы ни за что не причиним тебе вреда, спаситель нашей общины, ведь ты поможешь нам выбраться отсюда. Кейшас сообщает, что ликаны невольно передали Абделю свой дар через укус, скорее всего в ходе многочисленных стычек с ними. Ну и раз уж наш герой на пороге новой славной жизни в зверином обличье, она решает таки рассказать о своей истинной сущности и даже сделать предложение. Она хочет, чтобы Абдель присоединился к их стае. Знаете, они действительно миролюбивые. Да, они оборотни, но это не делает их злом, которое непременно следует уничтожить. Мой Абдель их уничтожил. Да бросьте, они лгали с самого начала, манипулировали и использовали Абделя. А потом решили, что раз он заражен, то не будет держать зла на их общину. Будет, я очень злопамятный дядя. Да и потом, даже если вы решите принять предложение Кейшас, в диалог влезет малоприятный молодой человек, имя которого я не считаю нужным помнить, и заявит о том, что Абдель отличается от них, что ему никогда не стать одним из них. Потому как община передавала свой дар из поколения в поколение, а Абделя укусили. Кейшас осудит его слова, но заступаться не станет, срежет у помогающего ее поселению героя карту и убежит, оставив его один на один с этим типом, который стал еще уродливее, перевоплотившись в оборотня. Старая добрая иллюзия выбора, короче. На улице все не лучше. Я без понятия, кто их предупредил, но теперь каждый житель будет нападать на Абделя и его отряд, за исключением тех немногих, которым он помог. К одному из домиков телепортируется дродил и очень своевременно рассказывает о том, что и так уже известно, то есть об оборотнях деревни. Но он оказался полезен, поделившись еще и информацией о подземной сети туннелей, в которых обитает еще большее количество этих тварей, но этот путь единственный. Поэтому нужно зайти в дом и, найдя потайной спуск, пройти по нему. Оборотни деревни гораздо слабее Каруга и его сородичей. Убиваются быстро и просто, да и тут их немного. Сама локация особого интереса не представляет. Абдель наткнется на проход, поднимется и окажется на берегу, который удобно огорожен скалами от остального острова. Кейшас времени не теряла и готовится к отплытию на новеньком корабле, который Абдель планирует присвоить. Поэтому он поднимается на борт и убивает королеву оборотней. Я напоминаю, что предала она нас уже дважды и собиралась кинуть на острове. И я, конечно, не эксперт и не берусь ничего утверждать, но как 6 человек управятся с кораблем на воде? К счастью, обратное путешествие проходит без осложнений, но происшествие на острове, что остался позади, все еще продолжают тяготить разум Абделя. На первый взгляд может показаться, что ему удалось добиться успеха в задании и обнаружить останки легендарного корабля Балдурана, хотя так ничего и не узнав об окончательной судьбе героя. Однако и Абделю, и обитателям острова пришлось заплатить непомерно высокую цену за эти сведения. Лишившись своих предводителей, теперь они никогда не смогут покинуть родной остров, хотя, скорее всего, так будет лучше для всех. Абделю удалось спастись, а по возвращению на материк его ждет достойное вознаграждение. Мендес жаждет услышать о триумфе полубога, и Абделю есть о чем ему рассказать. Ах, родное побережье, я скучал. Теперь нужно избавиться от проклятия ликантропии. Абдель и его команда облегченно ступают по земле после долгого плавания. Дело за малым. Вернуться к Мендасу и сообщить обо всем, но есть у Абделя подозрение, что Мендас, или как он там себя называет, знает больше самого Абделя.
И эти подозрения подкрепляет странного вида человек у дома нанимателя. Бираж встречает группу и говорит, что Силаад ждет. И тут-то все встает на свои места. Силаад – пропавший вождь общины оборотней и муж Кейшас. Он спрашивает, почему она не сопровождает группу. Абдель отвечает прямо, он убил ее и всех ее родичей, которые мешались под ногами. И, кстати, от ликантропии можно избавиться, если убить вожака. Ну, я это так понял. Следуем за разъяренным от новостей Бирашем к Силааду. Вожаку можно даже посочувствовать. Его жену убили, его народ разбит и оставлен на острове. Все, чего он хотел, мира и процветания для своих людей. Как я и говорил, они не зло. Далеко не зло. Но подошли они к этому делу неправильно. Стал бы мой персонаж отказывать им в помощи, узнай он, что эти ребята оборотни. Нет, они не звери и умеют себя контролировать, а Абдель не боится того, чего не понимает. Вы можете сказать, что если бы их план был успешен и они приплыли на побережье мечей, эти миролюбивые оборотни ввергли бы эту землю в хаос и попытались бы подмять под себя край. И вы правы, скорее всего так оно и завертелось бы. Ладно, продолжим. Силаад в ярости, но и ему придется умереть, так как Абделю не улыбается быть их рода без наставника, который смог бы обучить его быть оборотнем и контролировать себя. Вожак сильнее остальных членов своей стаи. По сути, он ровня Каругу, но если у Каруга были сородичи на подпевках и неплохой маг, у Силаада есть только слабенький бираж. Абдель убивает его, убеждая себя в том, что это правильно, что они монстры и не заслуживают большего. Проклятие снято, и Абдель сохранил свою человечность, но перед глазами застыло лицо малышки Фартинг, которая любезно позволила ему играть с ее куклой на обратном пути, которая мило подметила, что от Абделя странно пахнет, и которую Абдель убил, пробиваясь через деревню. Он не разглядел в оборотне девочку, или не разглядел в девочке оборотня раньше. Сейчас все это уже не важно, это должно быть неважным. Впереди приключения и грандиознее всего того, что Абдель видел раньше. Новые земли, новые награды и еще большие потери. Он не может позволить себе сломаться. Лично я остался очень доволен сказками. Биовары подтянули дизайн локации, особенно это чувствуется в башне Дурлага. Скелет дракона, сады, все это радует глаза, но это только броские примеры. Башня напичкана мелочами, заполняющими локации. Видно, с какой любовью была проделана работа. В очередной раз они отказались от возможности описать приключения на какой-нибудь маломальски знакомой фанатам забытых локаций. Они боялись ошибиться, боялись создать противоречия, за которые их смогут притянуть. Не хотели паразитировать на чем-либо. Ну кто сейчас будет себя ограничивать, почуя запах денег? Паразитируют на всем подряд, создают кучу сложных переплетений, абсолютно лишенных всякого смысла. Зачастую даже не пытаясь как-то лорно это разжевать. Ай, и так сойдет. Игроки схавают и будут еще добавки просить. Ведь они правы, будут. Но биовары, те правильные биовары, не были нахлебниками, за что и получили признание. Насладиться мультиплеером все еще можно, но если у вас установлено дополнение, а у вашего дружка нет, игра невозможна. Однако в то время о комфорте игроков заботились. В комплекте с дополнением дропалась Роджер Уилка, программа, с помощью которой становилось возможным голосовое общение в ходе игры. Это мелочь, но она о многом говорит. Боже, храни душу биовар. Аминь. А нынешних биоваров, молю тебя, отправь на последний, самый жгучий из уровней бездны. Туда, куда попадают школьники, купившие Anthem. Помимо прочего, было решено разбавить геймплей загадками. На этом настоял Лукас Кристиансен. И если быть до конца откровенным, получилось так себе. Сама идея интересна, безусловно. А в наше время так вообще игрухи без загадок, ну это моветон. Они приняли решение наебать наебщика, так сказать. Лукас планировал сделать текстовый ввод, дабы игроки не выбирали из вариантов, а сами отвечали на заданную загадку. Вот только реализовать они эту идею не смогли. Напоролись на необходимость локализовать все на нескольких языках.
интересную идейку кастрировали. Если дать неправильный ответ на загадку статуи, она вас жестоко накажет, и некоторые игроки просто загрузятся, поэтому в игру вкрутили генерацию загадок. Загружаешься такой, а там другая загадка, расстраиваешься. Я не понимаю, к чему это, так как игрок будет загружаться, пока не выпадет та самая первая загадка. А выпадет она очень быстро, возможных загадок не так уж и много. Плюс, к неудавшимся моментам можно отнести огромную шахматную доску. Я ожидал, что это действительно будет партия в шахматы, но сразу же разочаровался, когда вражеская пешка заметила одного из моих героев и побежала атаковать его напрямик. В итоге трудность этого места сводится к ловушкам на доске и сильным противникам. Да и насчет сильных противников я не уверен. Достаточно быстренько ликвидировать короля, и партия выиграна. Ладно, мне не хочется завершать ролик на такой ноте. Это мелочи. И ругать их за эти мелочи – глупость. Они и так сделали сверх того, что от них ожидали. И получилось очень хорошо. Как я и сказал, сказки мне зашли. Больше всего мне понравился «Остров оборотней». Да, и история не претендует на шедевральность, но и тут есть о чем задуматься, верно? Я не ожидал, что ролик по дополнению «Врат» выйдет таким длинным. И я должен признать, что сомневался в его необходимости, но в итоге принял решение. И вы сами видите, к чему это привело. Я привык воспринимать загружаемый контент отдельно от основной игры, особенно подобный этому. Надеюсь на то, что вы разделяете мою точку зрения. А если нет, ничего страшного, поделитесь своей собственной в комментариях за Байтил. Как я и сказал, впереди у Абделя множество приключений, а у нас с вами еще больше. С вами был Аск. Будьте достойными людьми и играйте в достойные игры. Всем добра!